Результаты показали, что биоактивная фракция N-бутанола, благодаря более высокому содержанию кверцетина, диазгинина и дубильной кислоты, обладает скорее защитным, чем лечебным свойством в отношении мочекаменной болезни. Клинические данные показали, что экстракт трибулуса может быть полезен при лечении мочекаменной болезни. После перорального приема экстракта средние уровни цитрата, оксалата, белков и гликозаминогликанов в 24-часовых образцах мочи пациентов значительно снизились. Объем мочи и уровень фосфатов в сыворотке существенно не изменились у пациентов с мочекаменной болезнью. Был сделан вывод, что экстракт трибулуса тресриса полезен при лечении мочекаменной болезни или ее профилактике.